Сәлем алейкум, сайғылы сергілер. Бүгін июльнің 22-сі күн девамында олып кечкен ең актуаль хабарлернен сізлеріні таныш етмеге азырмыз. Шындық Қырым Федераль университеті адыны ташыған университет ятаханесінде яшыған 10 қырым татар хоранта азбарда қала біле. Бұл сене милетлер ара мұнасебетлер бойынша девлет комитеті университет іле анлашма тізмеді. Бұл себептен сакинлерден одаларыны бошатмаға талап етелер. Қырым университетінде ятахане сакинлері весе қаларыны көстерелер. Олар мескен іле бағлы меселені чөзмек реджасынен чоқ керелер ерлі әкеметке мұраджат еттілер. Оқу вьюртының дәресі оларыны ятаханеден чықармаға ниетленді. Нам на вахту принесли бумажки, там на распечатано, сверху написано на основании постановления номер такой-то, там вот такой-то, и список людей, кто должен освободить, и сказали расписаться. Гүлнара Менсиитова Қырымға 1993 сенесі қайтып, сүргін етілгендердің ерлестіру программасы бойынша дәйере алмақ үшін невбетке язылды. 95 сенесі Милетлер комитеті оны вақтынша ятахане одасына ерлестірді. Айны бұл мүэссисемте язылылар үшін кира парасыны төлейді. Ама бұл сене университет іле анылышма тізілмеді. Эпсі сакинлер реабилитация ақында весиқалар алды. Ама олардың паспортларында қайт олмағанындан себеп, инсанлар өз имтиязларыны қолланып олмайлар. Бұндан да ғайры Милетлер комитеті ендіден сон бұл мәселелерінен оғырашмағаны белі олды. По новому положению, по программе депортированных, вроде бы Госкомнас дал нам письменное под подписью Нуманова, заместитель председателя Роскомнаса, что проблемами депортировано, проживание в общежитии они не занимаются. Поэтому в 2015 году никто договор не заключал с КФУ на дальнейшее проживание депортированных, и оплата тоже повисла в воздухе. Потому что по закону Российской Федерации таких услуг, ну, таких социальных льгот нету. Милетлер комитетінде сакинлерге Ақмешжетінің ідаресіне мұраджат етмеге тевсе еттілер. Андан ісе инсанларының әзірлер шурасына йолладылар. Аналытқаныларына көре бұл меселе Руслан Бәлбекнің незареті астында болынмақта. Бәлбек ятахане сакинлерінен апрель айында күрішкен еді. Яны күрішу весе әлі да тешкілі етілмеді. Июльнің 7-сінде есе сакинлерге 10 күн девамында одаларыны бошатмақталабынен білдіруф келді. Хорошо, мы лично дадим на руки о выселении, документ о выселении и основании. Но, говорит, мы вас все равно выселим, потому что это студенческое общежитие, здесь посторонним жить не положено. При Украине нас не выселяли, да? То как-то находили. По Украине тоже был закон, что в студенческих общежитиях жить нельзя. При России нас вот уже в 7-й месяц договор не заключает. Сервер туварчы сақат. 18 караметрлік бұ ода оның қорантасы үшін екене F. Сервер мұнда ұмыр арқадышы ве үш кечек баланен бірабер яшай. Ен кечегі дорт айлық. 7 июля дали. 10 июля, 17 июля заканчивается срок, да? Получается, с праздником Ораза Байрама. Ораза Байрама с хайрлосын. С выселением, да? То есть вот это прабабушка этой девочки тоже выселяли, да? Уже так в этом проходится, чтобы нам тоже с детьми тоже самое депортацию переживать. Бұй атақыне сәкенлерінің кетмеге башқа ерлері йоқ. Февзия Алимова одасында бұрозы яшай. Оғылы өлі қолған сон қадының Қырымда топғанылары қалмады. О зорнен юре. Қадынға құмшылар ердім ете. 7 месяц. Я почти еле поднимаюсь, еле хожу. Поэтому прошу, если только вывести нас на улицу и расстрелять, пожалуйста. Потому что мне идти некуда. Абсолютно. У меня уже никого нет. Идти нам некуда. Денег у нас нет строиться. Все инвалиды. И вот в таком страхе живем. Во время войны всех родственников потеряли. Эйджанул сакинлер кімге мұраджат етмеге білмейлер. Чүнкі шейр әдересі ве Милетлер комитетіне йоланылған мұраджатлар нетижесіз қалды. А Нуманову, когда обратились, Нуманов сказал, ну что я могу сделать? Общежитие КФУ, они, как говорится, не нашей компетенции. В общем, он просто
Решил вот так. Милетлер Рамуна Сибетлер бойынша Девлет комитетінің рейсі Лесакенлер көрішу бұл амадылар. Ота тілде екен. Көрішуіні августының 20-сіне белгіледілер. Амы бұ күнге қадар да бір ай бар. Бұ ай ішінде сәкенлер яда тұшта қалыжақ, яда әр күн евсіз қалмақ телікесі астында ешіжақлар. Русия Украина сыңырлары янында арби күчіні құветтештіре. Бұақта информационный спротив білдіре. Данбаста есе террористлер ағыр техниканы дженг сыңырына кетірелер. Кечкен бір қач күн девамында Украина араштырмасы Русия техникасы еріні деңіштіргені қайдетті. Есасен бұл Донец живарындаки Горловка ве Углегорск янларында. Айны ой өнілеште дженкеверлер провокацияларыны башлайлар. Ато штабы берген мәліматқа көре дженгнің дигер өнілешінде вазиет тынш қалмақты. Позиції захисників України близько 80 разів були обстріляні проросійськими бандформуваннями. Майже половина обстрілів припала на період з 18 по 24 годину. З танку та мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опетне. Зі 120-мм мінометів і танків бойовики цілили по позиціях сил АТО поблизу селищ Водяне і Новгородське. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та 82-мм міномети, російські окупанти провокували бійців сил АТО на вогонь у відповідь практично по всій лінії розмежування. Франкистан парламентарийлері Қырымның Рус мемориетінен көрішмеге келелер. Еркенға 10 кіші кіре, 8-і Франкистанның сабық президенті Николай Сарказинын, джумхуриетшілер фырқасының азалары, да бір социалист милетвекілі ве Европа ішлері бойынша комиссия азасы. Оларының фікіріне көре, Қырым Русияге қошылғаны екіленген ве артқа қайтмаған вақиядыр. Франкистанларының Еркенінің башлығында сабық назир ве девлет кәтібі Тиера Мариани, елбасшының сөзлеріне көре, дипломатлар шахси тешебусы или келелер Франкистан акиметі ве тышишлер назирлігі оларынан зияретіне қаршы чықтылар. Мы готовим дуже жорстку реакцию на намір депутатів французького парламенту відвідати Крим в порушення українського законодавства. Якщо такий візит буде здійснений, то ми розглядатимемо питання про оголошення заборони на подальші в'їзди для цих громадян на територію України. Ця ситуація серйозна, але це зовсім не привід для якихось великих далекосяжних висновків про позицію Франції чи про можливість зміни політики санкцій. Сама група сенаторів – це не є делегація Сенату або парламенту Франції, це є група індивідуалів цього візиту. Наскільки я розумію, українське посольство в Франції і МЗС України теж висловили свою позицію, яка, звичайно, полягає в тому, що Україна проти. Рус тарафында Чонғар сыңыр кечтінде электрон системасы іштен шықты. Анда шымды Украина тарафындан Қырымға Украина номераларынен арабаларына ве юк машиналарына кечірмейлер. Шу себептен Украина сыңыр бекчілері Чонғар кечтінен қолланмаға істеген теклиф етмейлер. Олар Бердянста Назарет ноқтасын тешкіл еттілер ве келгенлерге Қырымға бармақ ічін дигер кечтінен қолланмаға теклиф етелер. Қырымда шайт мақсулатлары палылаша, коммуналь қызметлерінің ве илячыларының фиатынен емек фиаты да арта. Елінің башында на шайт фиаты 24%-ға көтерілді. Мейва ве себзелер ярмада да яғмұрлы ава олғаны себебінден берекетлі олмады. Украинадан келген мақсулатлар есе ер вақыт сыңырда тоқтатыла. Бұ ақта бізім Мақсус Левхамыз. Қырым топырағының берекеті – мейва, себзе, тазе, әт. Ярымада базарлары ашайт мақсулатларынен толы, ама фиатлары мүштерелеріні қорқута. Яз мефсімінде ұджыз олған хияр шымды 1 кило үшін 50 рубле тура. Бұтақменен 1 доллар. Картоп ұджызджа – 30-35 рубле. Доматесесе аман-аман 2 доллар, оның фиаты 1 кило үшін 100 рубле. Сатыжыларының сөзлеріне көре доматес Украинадан кетіріле. Қырымда шиддетлі яғмурлардан сон бусене берекетсі солды. Очень большие цены. Да, говорят, что в России намного дешевле, чем у нас. У нас все подорожало. Что такое морковка 70-80, все картошка, посмотрите, сейчас помидоры. Июль заканчивается, у нас помидоры 90-100 рублей килограмм. Мейвалардан ән ұджуз чәтілден кетірілген мұз, 1 кило үшін 95 рубле. Қырымда өстерілген шефтәлі, торға юзымы ве френк юзымы 150 рублеге қадар. Әтіні Украинадан кетірелер фиаты палы. Оның фиатына сыңырда алынған қапарларының миқдары да қошыла. Поставки более-менее.
когда проходит здание? Ну, есть трудности. Ребро 220, антрикот 260, мякоть 350. Да. Это колено, да? Да. Подорожало, конечно. Ну, мясо подорожало, точно. Ну, что говорят, ну, закупка подорожала и продажа. Было там 290 мяка, сейчас 350-330. Кырым статистика хызметінің мәліматына көре, сонки бір ай ішінде ашайт мақсулатлары тахминен 4%-ға паалашты. Елінің башындан ісе 24%-ға. Ақиқаттан ісе вазиет дадағыр. Базы мақсулатларының фиаты 2-3 кере артты. Чоқысы нефақачылар үчін бұ керчек бір сынав, чүнке ашғари нефақа 8 бин. Аштан ғайры да иләч алмақ керек. Олардың фиаты есе бұтын Русияге көре 2 қатпалы. Бұндан да ғайры язның башындан коммуналь телевлері де артты. Все говорят, что пенсии 11 там, тысяч, самая маленькая. У меня 8 тысяч. Ну, каждую тысячу мне надо на глаза лекарства. Сейчас вот только купила 715. Ну, как думаете? Түкенларда айны фиатлар. Себзе ве мейвалар Украинадан. Курпе, сүт ве макарне Русиядан кетирилген. Олар Украин мақсулатларындан ужуз. Алыжыларының сөзлеріне көре, Украин мақсулатлары кейфетлі, ама олар палы олғанындан себеп эркес рус мақсулатларыны сатын ала. Кырым фиатлары атта Русиядан келген мусафырлеріні қорқута. Почему так изменились здесь цены? Понимаете, мы в Россию перешли, только в Россию, да? Мы понимаем, что там то-то, то-то, но очень необоснованные цены, честно говоря. Вообще непонятно. Даже фрукты, овощи вот в Сибири дешевле, потому что с подбрюшья оттуда везут, дешевле, чем вот здесь. Вы понимаете, в чем дело? Мы же здесь выращиваем, это же наш. Рыба. Рыба вообще здесь самая дорогая, которая есть вот вообще в России, понимаете? Самая дорогая. Хотя казалось бы. Да, казалось бы. Хотя мы тут близко возле моря. Кырым акиметінің мәліматына көре, бағзы мақсулатлар атты ұджызлашты. Кімге ишанмаға білмейсін, чүнке дегер мөйсесе, Кырым статистика қызметінің мәліматына көре, шекер 12%-ға паалашты, макарон 18%-ға, отмек 13%-ға. Бұл да тек өзіне, вежебіне ишанмаға қала. Ақиярда ел ортасында 3 метрлік чұқыр пайда болды. Қаза саба саат 10-да елда юк машинасы кечкенде жүз берді. Шатлар білдіргеніне көре, юк машинасы аз қалды чұқырға түшмеге. Асфальтта чұқыр канализация ағылары кечкен ерде олды. Арматура парчалары су боруларынын бозды. Чұқыр янында олмақ хафлыдыр. Чұқырының четлері ердайма ешілмекте. Ақияр Деміріол вокзалы от баса. Инсанлар анда пек сирек олалар, лякин ойынды копеклер кезінті мейданына чевірілді. Бұақта YouTube қуланыншысы Алексей Владимирович білдіре. Кечінлері интернетте бұны таздықлаған видеоны ерлештірді. Чита ене рельстеріні тот басы башлады. Ве араларында от осып ята. Вокзал живарында асылында не инсан, не араба көрмек мүмкін. Халқара хабирлерге кечеміз. Ирактың бірқат шерінде патлаф нетижесінде 32 инсан иляк олды. Багдадның шиит кварталында бомбанен толы араба аваға көтерілді. Ең азындан 14 инсан иляк олды, 30 яраланды. Да бір бомбалы арабаны Миндали шерінде патлаттылар. Евроньюз берген мәліматқа көре, бұл шерде де эсасен шиитлер яшай. Анда 8 инсан иляк олды. Месулетлікні өз бойына да кімсе алмады. Киевдегі Түркия темсілжілігі янында кечінлері Түркияда 100 берген терактының құрбанларына аңдылар. Қырым-татар геншілері қардаш олған Түркия халқына тазиелеріні білдірділер. Олгенлерінің рухыны дуайлы аңдылар. Қатырлатмақ керек ке, Суруч шерінде олған теракт нетижесінде 30 инсан еляк олды, 100-ден зияде яраланды. Түркия акиметі бұтын қабатына ислам девлеті аскерлерінің бойнына аса. Мы не понаслышке знаем, что такое терроризм. Мы понимаем боль тех жертв, которые принесли, мы понимаем, что чувствуют родственники. Это акция солидарности с крымских татар, с турецким народом, потому что любой акт насилия, любой акт терроризма, он запрещен в любой религии, да, и в том числе, конечно же, ислам. Для нас это общая боль.
Курсиет Вешура китабы трафында дава веқырсызлықнан яңы инжеліклері. Русияда Нермин Безменнан китабына Мария Волчанская муэліфлігінде басылды. Китапнан кершек муэліфі махкемеге азырлана. Тапсилятлы жа Невбетеке Левхамызда. Нермин Безменнің китабының көрініші бойледір. Түркиеде китапны та 20 йыл эвелсі нешыр әткен әділер. Курсиет Вешура – бұ язычының қырым татар қыртбабасы ве қырымны терк әткен Русия офицері арасында олған севгі икеесідір. Кечкен сене бұ икеесасында сериал чықардылар. Позвольте представиться. Поручик Сиит Эминов. Халплық китабы бойледір қапысында Түркиеде чықарылған сериалының қараманлары. Ләкин муэлиф оларақ Мария Вильчинская қайт әтілген. Бізде олған мәліматқа көре бұ тахма ат артында Қытайда чалышқан Русия дипломатының омыр арқадашы нешыр әткен. Икеені язған Нермин Безмен аққында асылында мәлімат язылмаған. Не қадар исім варса, хепсінің айлесінің, бұның ішінде руслар да дайыр олмак үзері, хепсінің айлесінің кімліклерінің тежавізі орадығыны хисседиорым. Яни, Түркиеке корсан китабын үлкесі денір. Бен бұ қадар басит, бұ қадар адиче япылан бір чалынмайы, хеле бір ісмін арқасында гизденерек. Мария Вильчинскаяның китабыны Русияның аст нешрияты басты. Иза аталмақ үчін бұ соларға мұраджат етік. Лекин матбуат хызметі вақа ақында іч бір шей бөлмей. Я не владею информацией по данному вопросу. Напишите в письменном виде, пожалуйста, вопрос. Я постараюсь найти человека, который сможет вам ответить на этот вопрос. Русияда Нермин Безменнің китабыны нешыр әтмеге Лизбус нешриеті сатын алды. Шымданда китапның тәрджімесі нен оғраша әділер. Мария Вильчинская қында іш бірше әшіт меділер. Тек бұ оның екінші китабы олғанына қында білелер. Мы купили, издатель Олимпус Пресс купила права на перевод книги Нермин Безмен. Курсиет Вешура, Курсиет Мурка. И права у нас на эту книгу, на перевод. Вы знаете, мы сейчас консультируемся с юристами, потому что, как я поняла, это не перевод книги Нермин, а просто переписали сериал турецкий, который идет в России по каналу «Домашний». Видимо, человек сидел и просто его переписывал. Мы так думаем, поскольку книгу не читали, которая вышла. Ну вот и сейчас будем консультироваться с юристами, как в таком случае поступать. То есть это, видимо, как плагиат идет, а не как контрафакт. Ресми шекілде нешрият китапны күзде тақдим етмеге істейді. Ләкин оның еріне есе махкемеге азырланачақлар. Қырымнан тамыр халқы америкалы режиссерінің көзлерінен. Доғыма украиналы Верлена Ткач Америка ватандашылары аққында эксперименталь ойын қойды. Қараманлар Қырымда олып, Қырым татарларынен дослашқанлар ве атта қайтарма ойынында өгренгелер. Мұхберіміз Алим Абдулхайыров театрден қайтты. Наша вистава називається «Дім» «Ев» «Хом» і, власне, і на тему «Дому», як таке. І ми почали виставу з ідеєю, що якби ми будемо це робити в Нью-Йорку, ну, люди навіть не знайдуть Україну, а не то, що Крим. І тоді, як я виділа, ми виділи на Ютубі, що закривають АТР, і ми почули, що Ліля Буджурова сказала, прикінчі, це нас досить так би змусило зробити тепер, розпочати чи виставу тепер, або був той поштовх на це. Час складний насправді, хоче, щоб всі були разом, хоче, щоб думки вони розповсюджувалися, щоб люди не мовчали. Є і сльоза, і є і капелька такого сміху. Чунки хатара бу евге кайту. Атанга. Художественные приемы, они, конечно же, остаются глубоко в душе, они даже находятся, их просто вот просто вынули и показали нам. И дом, эфь, хом, одно слово на разных языках, оно значит, ну, для нас всех одно, то самое родное, то самое близкое, то, куда мы стремимся. В одну сторону очень позитивное чувство, он был очень смешной, очень такой добродушный. И интересно, что
все, что было грустно, это только потому, что мы знаем, что было потом. Это было в 2013 году, мы все знаем, что случилось в 2014 году. Доки помнишь, доти я надеял повернуть все, да повернуться самому. Бұбызым сонки хабермыз еді ер вақты олғаны кебі, яйнымызны бұйы кино девам еті. Атыр ле қалыңыз.